этих песен, что мы могли бы спеть. Достоин всего, что мы принесем хвале. Достоин дыхания, каждый вдох к тебе. Живу тобой, я живу тобой. Имя Иисуса выше всех имен. Именем этим я и ты спасен. Достоин дыхания, каждый вдох тебе. Живу тобой, я живу тобой. Святой, нет таких, как ты, Бог. Нет тебя прекрасней. Открой мои глаза, чтоб знал я, кто ты. Покажи, наполни нас своей любовью и отведи туда, где жажда. Достоин всех песен, что мы могли бы спеть. Достоин всего, что мы принесем хвале. Достоин дыхания, каждый вдох к тебе. Живу тобой, Иисус, я живу тобой. Имя Иисуса выше всех имен. Именем этим я и ты спасен. Достоин дыхания, каждый вдох к тебе. Живу тобой, я живу тобой. Святой, нет таких, как ты, Бог. Нет тебя прекрасней. Открой мои глаза, что знал я, кто ты. Покажи, наполни нас своей любовью и отведи туда, где жажда. Святой, нет таких, как ты, Бог. Нет тебя прекрасней. Открой мои глаза, что лишь тебе не хватит.
Собой. О, еще больше Тебя. Ты как поток мощный, мощным потоком. Накрой нас, Дух Святой, накрой нас, покажи нас, наполни, расширь нас. О, Дух Святой, в реке Твоей, Дух Святой, мы оживаем. О, Иисус, открой поток в нас, открой поток свой, Дух Святой, открой поток свой, Дух Святой, открой поток, да, открой поток, Дух Святой, и льется пусть Твои реки на нас, пусть льется. Больше тебя, Дух Святой, больше тебя.
воздай Богу славу. Вся слава Тебе, Господь. Это вся слава Тебе. И если Ты можешь больше, воздай Ему больше. О, Боже, Тебе, Дух Святой! Когда в церкви есть покаяние, когда в церкви есть исцеление,
это признак того, что эта церковь живая, и она имеет будущность, и она имеет надежду. И это дорогого стоит, потому что во многих церквях сегодня дьявол своровал покаяние, дьявол украл исцеление. Но мы дети Божьи, и мы наследники всего того, что Бог имеет для нас. А Бог имеет для нас несравненно больше. О чем мы помышляем, о чем мы просим. Потому что Бог, Он никогда не человек. Он всемогущий. Он больше всех наших представлений. Он полнота, наполняющего все и во всем. Он превыше всякого трона, начальства и власти. Он все покорил под ноги Его, чтобы дать тебе и мне свободу и счастье. Ты умножаешь величие с разных сторон в окружении людей, живущих беспечно. Но я знаю, для чего я во Христе рожден. Чтобы имя Твое прославлять бесконечно. Это удивительные строки. И пусть никогда ни одно начальство, ни одна власть не похитит из нас этот дух, эти откровения. И даже если сегодня с этого алтаря мы не можем озвучивать имена тех, кто заложил фундамент, но мы знаем, какого мы духа. И из этого духа мы будем двигаться, жить, творить, служить. Мы знаем, какого мы духа. Они могут украсть у нас имя. Слово. Но они никогда не своруют тот дух и то помазание, которым Бог наделил нас при начале пути. Аллилуйя. Отец, я знаю, что Ты ревнуешь о каждом из нас. Мы для Тебя не просто толпа, но каждый из нас — это драгоценность в Твоих руках, это сокровище. И Ты ищешь поклонников на этой земле. А мы знаем, что искать можно только то, что было однажды потеряно. И я прошу Тебя, Господь, настигни сегодня нас на том месте, где мы стоим. Найди в ком-то из нас сегодня веру. Найди в ком-то из нас сегодня поклонение. Пусть произойдут эти встречи лицом к лицу, глаза в глаза, на персональном, личном уровне, Господь. Мы хотим встречаться с Тобой. Говори к нашим сердцам. Говори к нашей внутренности. Говори к нашему разуму. Восстанови все наши первоначальные настройки, которые были запланированы Тобой. И если кто-то сегодня нуждается в исцелении, мы знаем, что Ты Бог-целитель. И если кто-то сегодня нуждается в освобождении, мы знаем, что Ты Бог, который сверхъестественно освобождает. И если кто-то сегодня обделен любовью, Иисус, Твое имя — любовь, Твое
имя любовь. И пусть Твоя любовь покроет каждого из нас. Ожидаю встречи с тобой.
Возвысь свой голос, церковь. Крести меня своей силой. Святой, святой, святой Божий Дух. Один зал!